Башар Асад попал в базу данных сайта «Миротворец». Президента Сирии Башара Асада внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с информацией о том, что его дети отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму. Сирийского лидера внесли в базу данных за сознательную организацию нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Также Асада обвиняют в участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и попытках легализации аннексии Крыма. Ранее президент Сирии рассказал об отдыхе своих детей в международном центре «Артек». Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Официальные новости с сайта «Эхо Москвы». Трое детей президента Сирии жили в Артеке наравне со всеми, сообщил директор лагеря. Алексей Касвржак сказал ТАСС, что перед приездом ребят из Сирии была единственная проблема – найти вожатых со знанием арабского. Но дети Башара Асада говорили и на английском, добавил глава Артека. О том, что в лагере отдыхали в прошлом году дети сирийского лидера, сообщил участник российской делегации после переговоров в Дамаске. На Украине это расценили как нарушение госграницы и внесли Башара Асада в базу данных сайта «Миротворец». Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых последних событий. Всего доброго и до новых встреч!